Всем привет, с вами Демьян. А ты знал, что тема всемирного потопа присутствует более чем в 10 сказаниях различных народов мира? А что было бы, если бы в наше время произошло страшное наводнение, которое можно было бы сопоставить с потопом из мифов и рассказов древних народов? Сейчас узнаем. В случае всемирного потопа уровень мирового океана увеличится в 10 раз, а 102 моря выйдут из своих привычных границ, чем вызовут затопление обширных территорий близ своих побережий. Такие города, как Барселона, Кейптаун, Майами, Сидней и Ванкувер, в считанные минуты окажутся под водой, и жизнь в них остановится навсегда. 3 миллиарда рек, расположенных по всему миру, выйдут из берегов, вследствие чего будут затоплены низинные села, поселения и города, такие как Амстердам, Новый Орлеан и Венеция. А это значит, что 1 470 758 человек останутся без крыши над головой и будут вынуждены искать новые жилища в уцелевших горных селениях. Мировые столицы – Париж, Токио, Вашингтон, Москва – через считанные часы после повышения уровня мирового океана уйдут под воду вместе с Кремлем и Эйфелевой башней, высота которой составляет 324 метра. В мире начнется самый настоящий хаос. Порядка 5 миллиардов людей лицом к лицу столкнутся с разбушевавшейся стихией. Будут огромные жертвы. Порядка 80% от общего числа жителей невысокогорных районов. Осадки будут идти 90% времени, а именно 329 дней в году. В относительной безопасности останутся лишь самые высокие точки земного шара. Пик горы Джомолунгма, пик Маклау, а также кордильеры Килиманджаро и Альпы. Также нетронутыми останутся горные города и деревни, такие как Ларинканада в Перу, китайский город Вэньцюань, высокогорная деревня Карзок в Индии, боливийские поселения Эль-Альто и Потоси. Все эти и другие высокогорные города и поселения будут переполнены. Новые жители столкнутся с суровым горным климатом, постоянными осадками, болезнями и недостатком продовольствия. Менее 1 миллиарда людей будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни. Однако нормальное существование в таких условиях попросту невозможно. Начнется медленное угасание цивилизации. Не останется никого. Только вода, горы и подводные обитатели, которые без проблем освоят затопленные территории и приспособятся к новой жизни. Вот такие вот дела. Поставь лайк и подпишись на наш канал, и смотри прошлые выпуски «Если бы Гитлер победил» и «Что случилось бы, если бы пропала гравитация». Этот видос озвучил Демьян. Ссылка на мой канал в описании. Подпишись. Все. Пока.